почвосбережения на практике. В Караченском районе прошел выездной семинар по внедрению технологии нулевой обработки почвы. Она помогает аграриям получать больше урожая с меньшей нагрузкой на почвы. В памяти героев Великой Отечественной через Белгородскую область прошла паломническая делегация с иконой «Покров над Россией». Крестный ход от Севастополя до Смоленска посвящен 70-летию Великой Победы. Несерьезный праздник с серьезными намерениями. В Чернянском районе прошел третий ездочинский разгуляй. Традиционный фестиваль народных игр и забав помогает сохранить традиции и приобщить к ним современных детей.